С вами Анастасия Кальченко, и сегодня мы с моей мамой соберем очень легкий в сборке, но очень красивый фрукт под названием банан. Конечно же, из оригами модулей. Для этого нам понадобится... Всем привет! Для этого нам понадобятся желтые модули и зеленые. Модуль размер от листика 4, 16 часть. Желтых нужно будет 76 штучек, зеленых 10. Итак, приступаем. Первый ряд у нас будет состоять из двух модулей желтеньких. Скрепляем одним модулем сверху, острым носиком на себя. Следующие два модуля мы просто надеваем на краешки, и один краешек у нас свободный получается. Вот, один кармашек у нас не заполнен модулем. Это второй ряд. Тут три модуля. В первом ряду два модуля, во втором три модуля. В третьем ряду четыре модуля. Также надеваем свободный кармашек, оставляем и продолжаем. Четвертый ряд у нас три модуля. Оставляем один краешек свободных. Три модуля надеваем. Четвертый ряд. В пятом ряду четыре модуля. Это пятый ряд. В шестом ряду у нас пять модулей. В седьмом ряду 6 модулей. Итак, в седьмом ряду 6 модулей. 6. В восьмом ряду 5 модулей. В девятом ряду 6 модулей. Итак, в десятом ряду у нас 5 модулей. Одиннадцатый ряд 6 модулей. Двенадцатый ряд 5 модулей. Тринадцатый ряд 6 модулей. Четырнадцатый ряд 5 модулей. Итак, с 15 ряда мы начинаем сужать нашу поделку. Но для начала нужно немножко сформировать такой полукруг, что ли. Значит, в 15 ряду у нас будет 4 модуля. Нужно в один модуль
То есть в кармашек одного модуля, скажем так, засунуть по два краешка. Вот таким вот образом. Дальше надеваем обычно. И здесь с краю тоже нужно по два, в каждый кармашек по два краешка. Вот. Дальше у нас в 16 ряду 3 модуля. Три модуля и тоже 4 модуля. В 17 ряду 4 модуля. Так, с 18 ряда у нас пойдут зеленые модули. Надеваем 3 зеленых модуля. Дальше 4. Дальше будет 2 модуля. И в эти 2 модуля, в общем, 2 краешка нужно засунуть в кармашки. Вот так вот. В общем, как-то так нужно сделать. Это легко получается. Вот. И дальше одним модулем, как обычно, вот так вот его надеваем. Такой получается, вот такой вот бананчик у нас. Ну вот, такой вот бананчик у нас получился. Даже очень симпатичный, красивенький. Как я уже сказала, очень легко делается. Вот. Кому понравилось видео, ставим лайк. Не забываем подписываться на мой канал и писать комментарии, только хорошие комментарии, как всегда, плохие. Вот. И с вами была я, Анастасия Кальченко, и моя мама. А мы с вами прощаемся. Всем пока.